Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutarena sitena dhira vibhrischa jiva sayamayam apramatto sangbhrischatmanam atho tajyastham. Gauriya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Гаудия Гоштхипати, Сичила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал. Все говорят, что сегодня день ухода моего Гурупад Падмы. Гаудия Гоштхипати, Сичила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, что все говорят, что сегодня день ухода моего Парамахамса Гурупад Падмы. Но я чувствую, что сегодня день явления моего Гурупад Падмы. Я чувствую, что сегодня день явления моего Гурупад Падмы. Гурудев, он вечно присутствует в вечном мире. Гурупад Падма, он вечен. Он всегда находится в этом вечном мире. И такой ученик, он может видеть Гурудева всегда. Хотя внешне можно найти, что Гурудев ушел, но все же подлинный ученик, он может всегда видеть, что его Гурудев здесь, рядом с ним. Шрила Прабхупад говорит, что ученик, который может видеть Гурупад Падму все время, все его действия, все, что он делает, все это ясно видимо. Шрила Прабхупад говорит, и вот если Гурудев ушел, но все же подлинный ученик может видеть все действия Гурудева, весь его баджан. Шрила Прабхупад говорит, если один ученик может видеть ясно Гурупад Падму, то будьте уверены, он достиг успеха в своем баджане. Будьте уверены, что он достиг успеха в своем баджане. Он может получить зеленый свет на пути своего баджана, и никакие препятствия они не смогут находиться на пути его баджана. Это невозможно. И все время подлинный ученик, он поклоняется Гурупад Падме. Все время непрерывно он поклоняется и проводит арати своему Гурудеву. Даже на часть секунды арати и пуджа, поклонение, оно не прекращается. Подлинный ученик, он может непрерывно совершать арати, его то, что он видит, то, что, куда смотрит, то, что делает, все это связано с Гуру Севой. Он не хочет знать, что такое легкое. Он стремится к только к значимому, к важному, к гуру. И все, что он видит гуру вокруг себя. Куда бы он ни смотрел, подлинный ученик, то, что он видит вокруг себя, он видит гуру там. Все это гуру васту. Он видит своего гуру во всем. Лакху даршан, такой легкий даршан, значит, если есть какой-то запах, наслаждение чувств, такой лакху даршан, очень дешевый, низкий даршан. А гуру даршан, значит, все время он может видеть значение, важность всего. Он может понять значимость всего, поскольку мы уже знаем,
все в этом материальном мире — это принадлежности для Гуру Пуджи. Все мы можем занять в Гуру Пуджи. Я всегда хотел занять все в Гуру Пуджи, не пользоваться, не злоупотреблять ничем, не принимать поклонения ни от кого. Но прямо или косвенно я могу занять это все в Гуру Севе. И если вы стремитесь к Лагу Севе, какой-то дешевой, легкой Севе, то я могу поймать вас за волосы и привести к подлинной, значимой Гуру Севе. Без Гуру Севы нет никакого пути. Без Гуру Севы нет никакого пути. И Гуру Сева значит Кришна Пуджа, Кришна Сева. Я поклоняюсь такому Гуру. Я принял прибежище у такого Гуру, что я могу заявить, что если я совершаю мою Гуру Сева, то тогда это на 100% значит Кришна Сева. Мой Гуру Падпадмал не обманщик. Подлинный Гуру, он всегда думает, они не мои ученики. Гуру Падпадма много раз говорил со смирением: о, мои дети, вы не мои ученики, вы ученики Шрилы Прабхупады. Садгуру Парамахамса Гуру никогда не думает, что они мои ученики. Садгуру Парамхамса Гуру всегда он делает гуру, а не учеников. И в этом особенность подлинного гуру севака. Это признак подлинного гуру севака, поскольку он служит своему гурудеву Шриле Прабхупаде таким же образом, как он говорит. И вот всегда и везде Гуру Падпадма говорил: совершайте служение Шриле Прабхупаде, думайте о Шриле Прабхупаде. Всегда вы должны думать о Шриле Прабхупаде, о его сиддханте, о его поведении. Гуру Падпадма говорит в своем баджане: я видел Шрилу Прабхупаду, но все же я не видел его. Я вроде видел Шрилу Прабхупаду, но когда я смотрел на Шрилу Прабхупаду, я был удивлен видеть, кто он. Когда бы я не смотрел на Гуру Падпадму, Парамхамсу Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами, Гурудев говорил, я удивлялся, что же я вижу, кто он. Всю жизнь мы не могли понять настроение Гуру Падпадмы. Он говорил таким образом. То, что я не могу видеть, то, что я не могу чувствовать. Как это возможно, я могу поклоняться такому Гурудеву, которого я не видел и не могу почувствовать? И вот тот Гуру. И как же мы можем поклоняться тому, кого мы не понимаем и не видим, и не понимаем то, что он говорит. И вот, будучи в таком состоянии, как это возможно для меня поклоняться Гуру Падпадме? Хотя я знаю, вы говорите, что сегодня день его ухода. Но все же под руководством Шрилы Прабхупады я также должен видеть, что сегодня день явления моего Гуру Падпадме. Я ясно вижу это. Он говорит мне, что нужно делать, что не нужно. И сейчас я чувствую, он руководит мною. Внешне можно найти, что нет руководства. Где же руководство? Но все время Гуру Падпадме, он стоит с дандой и указывает мне путь. Баладев говорит:
И вот Баладев говорит такие слова, что животное, оно, если не слушается указаний своего хозяина, то палка, она помогает. И также наши гурвага, они также с палкой, они пытаются исправить нас, если мы делаем что-то не так. Мы приняли, получили дикшу. Действительно ли это так? Мы получили дикшу от кого? От Гуру Падмы. Но то, что мы не можем видеть, как мы можем получить дикшу от этого? Если мы не можем видеть, кто такой Гуру, как мы можем заявлять, что мы получили дикшу? И поэтому Шрила Прабхупад очень часто говорил, то, что вы получаете дикшу от Гуру. Но вначале всего вы должны понять, кто такой Гуру. И тогда вы можете получить дикшу. Если вы приняли прибежище у Гуру Падмы, увидев великолепие Гуру Падмы, кто он? Настолько великий. И автоматически моя голова, она склоняется к его лотосным стопам, как Мадана Махан Малабья был такой знаменитый ученый. Он был знаменитым пандитом. Он говорил, ни перед кем я не склонял мою голову, она не склонялась только перед этим Махапуруша, великой личностью. Увидев его, автоматически моя голова, она склонилась перед ним. Перед Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджем Гурудевом любой человек, который приходил, он вынужден был почувствовать что-то внутри своего сердца. И если он прикасался к кому-то, что говорить? Я не говорю о физическом прикосновении, просто я смотрел на кого-то или говорил что-то. Такие люди, они чувствовали какую-то реакцию в своем сердце. А если он благословлял, а кто-то прикасался к нему, то чувствовал какое-то электричество в нем. Я не могу заявлять, что я получил дикшу от такого возвышенного Гуру Падмы, поскольку у меня нет таких качеств. Я не могу, не смею заявлять, что я получил от него дикшу, а могу сказать, что из-за его милости он дал мне прибежище, чтобы я смог исправить себя, но все же сейчас процедура дикшана происходит в моей жизни согласно Сиддханте Шрилы Прабхупады. Моя дикшана еще не завершилась, моя дикшана происходит. Дикша — это долгая процедура. С самого начала нашего самопредания это может продолжаться до того момента, пока мы не достигнем Галоки и достигнем и обретем вечное служение. И там также я могу видеть моего Гуру Падму, который совершает служение Радха Говинде. Там я могу видеть его. Анугатья — это не шутки. И вот эта Анугатья, она в вечной даме. Если я могу достичь ее, то я могу увидеть моего Гуру Падму, который совершает служение. Он также может занять себя в служении, кто может сказать. И вот такой Нишкинчан Парамахамса Гуру Падма, я не могу прославить его характер, поведение, Сиддханту Сева. Все это уникально. Я не могу объяснить достойно. Всю жизнь
Его жизнь полностью посвящена Вани Севе, служению, учению, наставлениям Гуру Варги. И много раз я говорил, что Шрила Прабхупад, он говорил, что те гауди, Сарасват гауди преданные, они должны быть готовы принести свою жизнь в огонь санкиртаны. У них не должно быть никакого страха, никакого сомнения в своем сердце, как они могут, не должны бояться говорить об абсолютной истине. А если есть такой страх, то это... И вот все гауди вайшнавы, которые действительно гауди вайшнавы, они должны готовы войти в огонь санкиртаны, который горит в Шива Сангане. Ради этой абсолютной истины, абсолютной харикатхи и харикиртаны, может, люди какие-то не примут меня, но все же это наша обязанность говорить об этом. И вот этот Парамхамса Гуру Пад Падма, мы видели, как, насколько он един с Бхагаваном. И это Сиддханта, который говорил Шрила Прабхупад. Шрила Прабхупад, он говорил, что тот Гуру Пад Падма, кто? Если мы посмотрим на него, то мы почувствуем какой-то авеш, какое-то вдохновение. Как будто он потерян в другом мире, не здесь. Его тело трансцендентно, а он сам потерян где-то. Шрила Прабхупад говорит, что такое вдохновение, авеш какое-то. И то же самое, хотя я не могу понять, но все же я видел нечто, что произошло по его милости. Он всегда был погружен в баджан. Я не видел в своей жизни, в жизни своего баджана, чтобы Гуру Пад Падма был не занят баджаном даже ночью. Он всегда воспевал харинам. Я был в его комнате, как не могу сказать севак, так рабочий какой-то. Вот я и видел, что он как бы спал, но не совсем спал. Он был един с Верховным Господом, с Бхагаваном. Несколько примеров я могу привести, чтобы вы поняли. Я не говорю никаких выдуманных историй, просто из моего практического опыта я вспоминаю, что было. Гуру Пад Падма в Калне, в Анантавасуде, в Мандире, он находился там. И там Гуру Пад Падма служил в Виграхе. Он никогда не хотел принимать никаких учеников до позднего возраста. Но все-таки преданные просили его, и там Гуру Пад Падма вот совершал служение, готовил, писал, совершал арати, мыл, все делал. Ни одного помощника не было, и вот весь день он был занят этим, письма писал также. Он вечный ачарья. Он вечный ачарья, никто не может сказать, что он, что он не ачарья. Никто не сможет заявить это, он вечный ачарья. Его ачарья шип, он одобрен. Его ачарьятва, она одобрена. Как Трибика Махарадж. И вот он еще несколько старших преданных, им лет по 65 было где-то, в общем, от 60 до 75. И вот они так или иначе попросили Гуру Пад Падму,
что никого не было, наш Гурудев ушел. Мы хотим получить саньясу от вас. Можете ли вы дать нам саньясу? И он сказал, да, приезжайте в Ананта Васудев Мандир, я посмотрю, что я могу сделать. И вот так очень смиренно они попросили о Махарадж. Если вы сможете дать нам саньясу, мы можем лучше исполнять свое служение. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж сказал, приезжайте в Калну, я посмотрю. И тогда, согласно письму, которое написали Гурудеву, и вот они приехали в Калну. И вот это было за день до Нитянанда Трайдуши, и в этот день они хотели получить свое посвящение. И вот какие-то из них были ученики Шаман Госвами Махараджа, какие-то, вот не помню чьи, но разные в общем. И вот они приехали, и Гурупад Падма, они поклонились ему, о Махарадж, мы пришли, согласно вашему наставлению, о мои дети, я не могу вам дать саньясу, почему? Вы уже вроде обещали. Да, я сказал, но тут хулиганы эти, гунды, эти, имеется в виду духовная мафия, они отругали меня, чтобы я не смел никому саньясу давать. И не хочу вот всю оставшуюся жизнь посвятить борьбе с ними, поэтому думаю, лучше саньясу я вам не дам. Простите меня. Гурудев, он был очень невинен, он даже комаров не хотел убивать, он их отгонял всячески. И вот Гурупад Падма говорит, о, мои дети, простите меня, не могу вам дать саньясу, такая у вас ситуация. Ну, в общем, там какие-то эти духовные хулиганы ополчились против него, начали давить всячески, чтобы он ни в коем случае никому саньясу не давал. И вот он сказал, я уже все приготовил, предложил Господу, вы отдохните, просад примите, завтра мы отметим день явления Нитянанды и вернетесь. И вот вечером Гурудев, он повторял харинам и немного отдыхал. И утром, когда те преданные, они поклонились Гурупад Падме после арати. Гурудев сказал, я могу вам дать всем саньясу. Почему? Вы сказали, что вот вчера не можете еще. И вот спросили, почему так случилось. И вот он сказал, что Нитянанда пришел ко мне и дал указание, чтобы я дал вам саньясу. И действительно, и вот они очень обрадовались, так много случаев с Сатья Говинда Махарадж. Ему было под 80, он очень уважал меня, любил. Я был очень удачлив. Когда я пришел в движение, то много гурваги ушло из этого мира, но многое осталось. У меня были какие-то отношения с ним, я обрел милость. И вот он жил в Йогапитх Мандире. Ученик Шрилы Прабхупады. И также он. У него было служение в этом, в типографии. И вот он жил в Йогапит Шри Мандире. Время от времени он переезжал между мадхами.
И Гурупад Падма, он после того, как Шрила Прабхупад ушел, он был главным этим настоятелем и пуджари Йогапитха. Это после ухода Шрила Прабхупады много вещей случилось, потом развалилось все по милости Нитянанды, поскольку львы не могут находиться вместе. Львы тоже хотят отдельно как-то жить. Два льва в одном месте не могут быть. И вот такие львы, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шимадав Госвами Махарадж, они подобны львам, им нужно жить как-то отдельно, и они также явили, показали нам, как мы должны совершать служение. И вот в то время Сатьяговинда Махарадж был там, и часто он приходил посетить Гуру Махараджа. И говорил: «О, могу ли я здесь пару дней остановиться в вашей матхе, да? Живите». И во время Харикатхи мы... И вот они пригласили его говорить Харикатху однажды, но часто приглашали. И вот однажды он возвращался с Йогапитха, причем утром где-то 5:30 утра где-то. И вот он пришел встретиться с Гуру Махараджем. И вот он пришел, поклонился и сказал. И Гурудев сказал: «Что вы пришли так рано, а что делать? Радхарани ругала меня, чтобы я пошел и принял саньяс от Шрилы Пури Госвами Махараджа. Я был очень испуган и поэтому пришел к вам. Можете ли вы дать саньясу мне?» С таким сомнением он высказал такую просьбу. И Гурудев рассмеялся: «Да, мой брат Боги, я могу дать тебе саньясу». И такие близкие отношения, дружеские отношения он поддерживал со многими своими братьями в Боге. Сейчас что случилось, все как-то разошлись у каждого все, и личные корыстные интересы, они вокруг них двигаются и не могут поместить Гурудева в центре, поэтому такие люди не могут совершать баджан. Процедура баджана значит, вы должны то, что ваш центр, ваша цель должна быть едина с Гурудевом. И тогда вы сможете совершать подлинный баджан и достичь успеха. Не до этого. Все одну и ту же ошибку совершают. Как? Наша цель, наша жизнь, она должна быть такая же. Если моя цель жизни такая же, как и у вас, то это хорошо. Если нет, то ничего хорошего в этом нет. У нас должна быть единая цель — достичь Верховного Господа. И вот в Матхе Калькутте один глупый брахмачари, он так безалаберно служил Господу. И вот лампада, которую он подносил, она упала, зажгла Гирираджа одежду. И тот обжегся, и я видел Гурудев, сказал: «Мое сердце горит, что случилось?» Не знаю, что случилось, но сердце мое горит. И потом выяснили, в 6 утра после арати позвонили с этого матхи, рассказали Гурудеву, что пришло, что произошло. Что вот глупый пуджари безалаберно
служил Господу, лампа упала, зажгла одежду Гирираджи, и так вот тот обжегся. Гурудев начал плакать. Ничего не ел, не пил и сказал, чтобы тот Пуджари ушел. Вы так служите? И вот Гурудев три дня ничего не ел, и только плакал. Такое единство у него было с Бхагаваном. И однажды один преданный. Я был в Калькутте, и вот они послали денег, чтобы я купил авиабилеты. И вот они во Вриндаван ехали, надо было им билеты додали купить. Но там билетов на то время, когда надо, не было, купил чуть-чуть позже, начали они возмущаться, что не купил билеты, какие просили, а чуть позже пришлось. И вот они настояли, чтобы билеты вернул, новые купил по любой цене на то время, когда надо было. И вот я вернулся, поговорил с этими, доплатили им, они поменяли билеты. И вот с этими билетами я приехал, передал им. After that, the car going different. So many devotees, and one car collide with one lorry. В общем, они выехали в аэропорт и по дороге в аварию попали с грузовиком этого водителя. Насмерть сразу. А всех остальных пассажиров тоже так повредило очень серьезно. И вот в Матхе позвонили, а Гурудев уже с утра беспокоился. Он говорил, что сегодня, думаю, что-то случится. Не знаю почему, но чувствую, что что-то случится. И вот он говорил так. И вот пришло письмо. И вот этот человек, который меня ругал, что я билеты купил не на то время, его практически убило, а водителя полностью. Они не могли понять, что если я купил билеты на другое время, что это милость Гурудева, они не поняли это, и так из-за своего ложного эго попали в аварию, не могли понять, что нужно ехать согласно желанию Гурудева. И что же делать? Не приняли, вот такое случилось. И таким образом мы видели в Кальяне. Город Гаешпур. И вот это полпути до этого Кальяни. Полпути до Калькутты, и вот там Гаешпур. Там есть Мадан Махан. И вот этот Мадан Махан, Гурупад Падма очень уважал его с прежней жизни, с прежнего ашрама. Гурудев, он родился в Яшоре, Ганга Анандапури. Сейчас это на территории Бангладеша получилось. Но в то время Индия была. И там Виграха была, Мадан Махан, она живая Виграха была. Я слышал от Гурупад Падмы, что Мадан Махан развил. В общем, залез на пальмовое дерево, чтобы сок пальмовый украсть, и порезался.
А люди пришли, он увидел, быстро убежал и порезался. И вот Гурудев говорил, что вот на Виграхе я видел этот порез. И вот это и вот он очень любил эту Виграху. И Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, который очень высок был. Его старшая сестра, я думаю, какая-то пожилая сестра, она очень любила моего Гурудева. Когда он тут был еще ребенком, ходил в школу. And there actually Guru Padmadno used to hear Harikatha there. That was small temple. Madan Mohan was there. And in his successive parampara, they are all taking Diksha from Prabhupada. So naturally, from very small boyhood, Guru Padmadno had a link with Prabhupada. Though small boy cannot come to my room, but still used to hear the writings of Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. И вот у него также была возможность слушать Харикатху Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, ну, когда какие-то преданные читали или пересказывали. И вот, в общем, это божество откуда-то привезли с Гайшпура, и Гурудев поклонялся ему, совершал какой-то баджан там. Я тоже там бывал несколько раз, когда больше времени свободного было. И вот там Гурупад Падма совершил служение. So he has taken Diksha from Lalit Prasad. I mean the previous home is the father of Prabhupada, previous home. This way I should. But actually he used to respect Guru Padmadho, this way, very good. Shiksha Guru. Guru Padmadho used to serve that deity from, actually the... И вот Гурудев служил этим божествам. Арчана, смотрите, Арчана Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, это не Арчана, она подобна служению Лалиты Вишакхи, когда они служат на Йогапите. Она подобна такому, внешне может выглядеть странно, что такой преданный возвышенного уровня, он совершает Арчану, и многие глупые люди, они говорили всякую ересь про Шрилу Пури Махараджа, то, что он вроде достаточно старший, но совершает арчану, но они не знали, что его поклонение это не арчана, а служение на Йогапитхе во Вриндаване. И они всякие такие оскорбительные замечания делали. Если кто-то говорил, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он, конечно, адхикари. И как-то однажды кто-то услышал и сказал, что вот этот Махарадж вас обозвал Канишхой. И Шрила Пури Госвами Махарадж, когда услышал об этом, рассмеялся и сказал, что я думал, что у меня вообще никакого тикара нет. А он сказал, что у меня есть Канишха тикара, это очень хорошо, чушь плачете. По крайней мере, он одобрил то, что я Канишха Адхикари, и это его милость, и вы не должны беспокоиться. Так, и вот однажды Гурупад Падма забыл укрыть Мадана Махана. Он закрыл храм и ушел спать. И вот он пытался уснуть, и Мадана Махан пришел к нему во сне. И он чувствовал какой-то озноб, холод, и Мадана Махан пришел во сне, ему сказал, что ты мне забыл укрыть меня одеялом.
И Шрила Пури Госвами Махарадж сразу проснулся, принял омовение, смотрите. Мы все узнали это от Гуру Падмы, даже если мы в полночь приходим ночью в дождь домой, то все равно нужно омыться с одеждой вместе, потом только входить в алтарь или домой к себе. Имеется в виду в такой дом, где поддерживаются все стандарты чистоты, поскольку если мы едем и куда-то, может, с нами ехал человек с крематории или еще откуда-то, как-то нас задел, и мы осквернились, поэтому он, когда приходим домой, в храм, то полностью принимаем омовение. И такого совершенства, которое было у Гурудева, я нигде не видел. Сейчас даже руки-ноги не могут помыть после улицы. Гурупад Падма, когда просто даже по-маленькому сходил, он мылся наполовину и просил прощения у Господа. А вот он полностью омылся, переоделся в чистую одежду, укрыл Господа, попросил прощения и пошел дальше спать. Так много случаев случалось. И он был очень просто сердечен, как маленький ребенок. Я сидя в Ясасане, я говорю, что не видел такой простоты, такой простосердечности даже в маленьких детях. И вот он ездил на электричках. И Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакура, они тоже ездили этими электричками. И вот Гурупад Падма ехал на Хавру, и потом в Миднапур ехал. И тем временем какой-то молодой человек, он начал говорить с Гурудевом и спросил, куда вы едете. Вот в Миднапур еду. Я могу билет вам купить? Не надо. Зачем мне билет? У меня вот здесь. И вот этот... И вот этот человек все хотел ему как-то билет купить, и сказал, что у него есть деньги, ничего не надо, сам купит. Ну, этот начал говорить, что я вам билет куплю, давайте деньги. Вот он дал ему деньги, а сдачи не было, крупная банкнота была. То есть сидел в Шрилапури Махарадж, ждал час, второй, третий, и этот человек не приходил. А в итоге выяснилось, что этот человек взял 100 рублей и не вернулся под видом помощи в покупке билетов. И вот Гурудев однажды ехал в электричке, повторил харинам. И вот, в общем, он повторил харинам, и тут какой-то молодой человек, он облокотился о Пури Махараджа, причем руку ему на голову положил, жил и так облокотился. А другой преданный, который заметил, начал возмущаться, что ты тут делаешь, знаешь, кто он вообще такой. А Шрила Пури Махарадж сказал, что не беспокойтесь, он может меня благословить хотел. Такое смирение у него было. А еще Гурупад Падма, когда кто-то приходил к нему, он с первой кланялся всем, кто приходил ему, даже если приходили какие-то пятилетние дети, то Шрила Пури Госвами Махарадж всегда первый приносил им свои поклоны. Гурудев говорил, в нашей жизни мы никогда не хотели злоупотреблять
милостью Шрилы Прабхупады и не хотели обрести какие-то материальные блага по его, благодаря ему. Мы очень удачливы, что мы получили Харинам Дикшу от Шрилы Прабхупады. Это его милость. Я сам также всю свою жизнь даже рупи от Гурудева не злоупотреблял даже одной рупи. Я знаю, что это Брама. И вот Гурудев говорил, что даже если копейку, которая пришла от Гуру Вайшнава, мы ей злоупотребим, то нет спасения таким людям. Джагнатха Дас Бабаджи Махарадж говорил. Очень опасно. Это Брамасан. Брамашая. На санскрите Брамаша. То, что это то, что служит Гуру и Вайшнавам. Гурудев, он часто приводил пример Двараки Дхамы, те дети в Двараке, которые были в Лиле Кришне. Эти Ядувамша, они играли. И вот они увидели какой-то глухой колодец без воды. И вот там было как-то или какое-то животное. Кикалас на санскрите. В общем, не хамелеон, не ящерица, не что-то похожее. И вот она туда упала и не выбраться не могла, поскольку скользкие стенки были и без посторонней помощи выбраться невозможно было для этого животного. И вот эти дети пытались спасти как-то и отправились на Сударма Сабху и сказали перед Кришной всеми преданными. Вот сегодня мы играли, обнаружили, что какое-то животное, как хамелеон, кикола какая-то, там колодец не особо глубокий, но мы не смогли вытащить. Спросили, почему, сказали, что тяжелый, вроде маленький, а тяжеленный, что не вытащить. И вот Кришна сказал, ну, пойдемте с вами, схожу, посмотрю. Кришна, он всезнающий. И Кришна пришел туда. Кришна взял это животное. И вот это животное сразу приняло форму царя. Кришна все знал наперед. Но все же спросил, кто ты, что случилось, почему ты стал животным. И тот начал говорить, возможно, вы слышали мое имя. Мое имя Нарига Махарадж. О, ты Нарига, настолько важный царь. Твое имя, оно. Ты лучший из тех, кто раздает пожертвования. И как же ты в такое положение попал? Что же делать? Я раздавал миллионы коров в качестве пожертвований с золотыми орнаментами. И однажды я дал браману коров. Тот взял и ушел. И вот через несколько дней один браман пришел жаловаться, что одна корова, ты дал мне много коров, и вот одна корова ушла в дом другого брамана, а тут не возвращает. И мы тут спорим. Кришна говорит, не проблема. А Нарига сказал, что не проблема, не спорьте. С одна корова ушла, я могу 100 коров дать или 1000, но нет, ни 100, ни 1000 не нужна конкретная корова, которая ушла.
В общем, этот браман встал в позу, что вот только вот это, эту корову надо и ничего иного. И вот тот браман говорит, что это моя корова, тебе не отдам. И Нагараш думал, что с ними делать. Давайте прекращайте спорить, я вам заплачу любые деньги за эту корову. Или коровами дам, сколько хотите, браман ни в какую не шли, только вот за одну корову вцепились и все. И вот эти браманы спорили, и Нагараш, когда оставлял свое тело, Ямарадж спросил, ты совершил бесчисленное число благих дел, но ошибка одна. Неосознанно ты совершил, но все-таки влияние это несет, и вот ты должен родиться животным. Это кикиколы. Одна корова ушла, отбилась от стада, к другому браману ушла, и вот из-за этого ты должен родиться в форме этого животного, и Кришна спасет тебя. И вот и он сказал, это моя великая удача, что если ты прикоснешься ко мне, то я обрету назад свое тело человеческое. Я очень благодарен тебе, ты спас меня, и Кришна таким образом он дал урок. Гурупатпад нам много говорил перед нами, о, мои дети, смотрите, осознанно или неосознанно что-то, если вот сделать такое, как Нарига Махарадж, то такое большое наказание. Мы всегда боимся, мы стремимся совершать наше служение идеальным образом. Гурупатпадма, мы видели, что он был полностью отречен. Всю свою жизнь. И что такое Рупануга Бхаджан? Рупануга Бхаджан. И сейчас я пытаюсь понять, в то время я видел, но не мог понять, как уникально он совершал бхаджан внутри своего бхаджан-кутира. Все время. И сейчас я осознал, каков путь Рупануга или Рупануга Бхаджана. И вот я видел настроение Гурупатпадмы. Сейчас я чувствую, что он совершал такой Рупануга Бхаджан, который мы не могли понять. Мы были очень глупы. Что же за бхаджан он совершал? И в последний момент всю свою жизнь он был очень здоров. Даже в 90 лет он совершал яги, все делал. Абхишек, пуджи, арчаны. Непрерывно мог 6-8 часов так этим заниматься. Причем не пить ничего, не есть в это время. В туалет не ходить. Если сидит, значит сидит. Сразу так, 8 часов не вставая, яги происходит. Я мне молод был, я видел. И вот он так совершал яги 6-8 часов за раз. Не проблема для него вообще была. А в месяц таких яги было... Он еще арчану практически каждый день проводил, и, а пока все свое поклонение не совершит, не ест. То есть он часов до двух каждый день, не каждый день, практически каждый день постился. Где-то 25 раз в месяц где-то. И также большинство божеств, которые установлены, они... установлены Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджами, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он его очень уважал и приглашал на все установления божеств в своих храмах. А Вани Сева.
всю жизнь он посвятил Вани Севе. Даже в пожилом возрасте он не прекращал писать, никто не мог понять, что он пишет. Ну, то есть его рука тряслась, но все же он писал. И вот он говорил, мой Гуру Падма Шрила Прабхупад дал мне эту ручку, и не могу прекратить писать, это мое служение. Он не хотел принимать учеников с храма, основывать какие-то. Гурудев говорил, что не проблема от этого возникает. Лучше я буду писать. Он любил писать, совершать Ванисева храма. Целый головняк это. Многое нужно делать, следить за всем. Думать, заботиться, и так нас, на все остальное времени не останется. И вот последние годы случился случай, и Гурудеву было неудобно, и с Майяпура он хотел отправиться во Вриндаван. И вот он давал мне наставление, чтобы собрал книги, которые ему нужны. Это практически все были, что я вот так целый месяц упаковывал его книги. Он мне говорил, что ту книгу возьми, вот ту, ту и ту. И вот однажды Гурудев сказал: «О, а как я во Вриндаван пойду?» «Вы уже во Вриндаване, вам нужно не туда ехать, но все же, как я туда поеду?» Преданный вам самолет организует. Самолет дорогой, а денег у меня нет. Как я поеду? И вот мы рано с утра мы посадили Гурудева в машину. И вот Гуру Махарадж спал в машине, его стопы были на мне, а голова на каком-то другом саньясе. И вот тогда, и вот всю дорогу я наслаждался милостью Гурудева, поскольку его стопы были на мне. И стопы Гуру Падмы были очень мягкие. И вот мы доехали до аэропорта. И там в аэропорту выделили эту комнату для важных гостей. И много преданных там было. И у меня билета не было. И я помог Гурудеву доехать до аэропорта. И вот я сидел с Гурудевом, Гурудев кашлял немного. И вот в то время случилось нечто замечательное. Никого не было рядом. Гурудев ехал во Вриндаван, он сказал мне какую-то сокровенную татву. Он кашлял. И вот Гурудев, никого не было, все бегали по этому аэропорту, а Гурудев мне давал важные наставления. И вот then I speak to those devotees, I can pay you money.
И вот, в общем, так они сели на самолет, да, летели до Дели. В общем, Махарадж заметил, что другие преданные что-то едят, пьют по дороге. Гуру Махараджу предлагают, но Гурдев ничего не ел и не пил. Сказал сначала, я вижу Дауджи, вот потом что-то поем. Но вот мы же в 3 утра только прилетим. Ну, Гурдев сказал, ничего, я подожду. То есть Гурдев за все это время ни капли воды даже не выпил. Я вот вспоминаю его совершенство, думаю, где же Гурупад Падма, а где же я? И вот он только тогда, когда он приехал во Вридавану, в Дауджи Мандир, принял помовение полностью, переоделся в чистую одежду, повторил аник, поклонился Дауджи, получил его даршан, и тогда только он что-то попил и поел. И вот потом Шрила Пури Госвами Махараджа, он поехал в Пури, меня не было в то время там, и там Гурупад Падма. Он думал, что хорошо там находиться, погода в Пури очень благоприятна, воздух с океана очень полезен. И вот перед уходом он дал мне Бабаджи Веш, я Махараджа говорил об этом, и я не могу не забыть его никогда. И с того момента я вернулся. И где-то через полгода, около того, день его столетия, его праздник столетия, его явления закончился. Было опубликовано несколько журналов в честь его дня явления на различных языках. Я был главным редактором всего этого. И вот в предыдущий день, то есть предваряющий день явления Гурупад Падмы, я доехал до этого места. И вот после этого, в тот же год, эти четвертхи по панчами друга Пудзи начинается, а предваряющий день четвертхи был праздник явления Гурудева, и вот все уехали, и в конец Пурнимы. И вот Гурудев дал мне Бабаджи Веш в эту Пурниму перед своим уходом. В Картик Пурниму, в Раса Пурниму завтра. И вот в этот день вот Бабаджи Махарадж получил Бабаджи Веш. И Гурупад Падма, он потом явил Ашушталилу. И всю жизнь у него не было никакой болезни, у него никаких не было. Бронхит появился, ну это ну, простыл, в общем, будучи пожилым уже, это перед смертью практически, перед уходом. И после этого какое-то время он
был в лиликоме, но все же он повторял харинам. Все были удивлены, чем он занимается, но харинам повторял. Даже будучи в таком состоянии, и такую лилу мы видели. И в итоге я был очень опечален. Прабхупада ушел, что вы можете сделать? Я пошел к Тирти Госвами Махараджа. Я не мог потерпеть. И вот Тирти Махарадж был занят парикрамой. Враджа Мандал Парикрама. Я подумал, что если буду жить рядом с ним, я хотя бы буду слышать его харикатху и как-то утешусь. Но в последний день, когда день Расапурнимы, рано утром в 4 утра, Тиртха Махарадж, он пришел ко мне. Сказали, чтобы я позвал Бабаджи Махараджа. И вот Чила Бхакти Валабхачарита Госвами Махарадж. Я удивился, что он меня зовет так рано. И вот так или иначе я пришел. Что случилось? Садись, садись. И с таким тяжелым сердцем он сказал, что каждый уходит из этого материального мира. Наша Гурварга ушла. И в итоге он сказал, что твой Гурудев сегодня ушел. Гурудев ушел, да. И Махарадж сказал, и вот я сразу побежал в комнату, взял одежду, которая у меня была, там всего пара вещей было, и сразу поехал в Майяпур, чтобы получить последний дарш Гурудева. Я был успешен доехать в Навадвипу перед тем, как Гурудев приехал. И вот я зашел в Шива-мандир, положил вещи свои, всего одна сумка была, принял омовение в Ганге, поскольку я не мог в таком... После дороги, не переодевшись, не мог прийти к Гурудеву. И вот я принял омовение, переоделся, пришел и вижу, вот Гурудев только что подъезжает. И вот буквально за несколько минут до Гурудева приехал. И как это было возможно для меня? Этот последний даршан был очень замечателен. Даже и те, кто самолетом летели, они то не успели. Я как-то на поезде успел. Не знаю почему. И вот была церемония самадхи. И после самадхи все ушли. Самадхи произошло, я сидел и думал, что же делать дальше, Гурудев ушел. Я вынужден поехать в Мат Шрила Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа. А поскольку в Калькутте нельзя было его увидеть, запреты были, ограничения и прочие вещи. И вот я поехал во Вриндаван, чтобы с ним как-то поближе пообщаться. И вот Гурупад Падма ушел, самадхи, церемония самадхи произошла, и перед этим самадхи я почувствовал, я молился, что же мне делать дальше, моя жизнь, она потеряла смысл. Я думал, что получу какое-то вдохновение от Гурудева. И вот в этот конкретный день Пуджари дал мне тарелку прасада, который был предложен в самадхи Шрилы Гурудева. И вот все прасад уже поели, а вот эту последнюю тарелку мне отдали. И вот я сидел там, и Пуджари дал мне эту банановую тарелку с махапрасадом. Я помню тот день, я принимал прасад, и этот прасад был как будто нектар. И вот после того, как съел прасад, я хотел и тарелку съесть. Настолько прекрасно все было. И этот прасад даровал мне силу. Я не знаю, почему это случилось. Не могу забыть его.
И вот этот просад я не могу забыть всю свою жизнь. Это был особый просад. Благодаря ему я обрел силу и всю жизнь. Таким образом, Гуру Падма вел свою жизнь. Он был полностью отречен, он занимался только Вани Севы. И он хотел научить меня этому, хотя я достаточно глуп, не знаю языка должным образом, но все же он учил меня, будучи в пожилом возрасте. Иди сюда, смотри, как нужно писать, что делать, и таким образом. Вот он обучил меня всему этому редакторскому ремеслу. И я помню это. Я думаю, Гуру Падма там он еще не ушел. И он дал мне служение такое, Вани Севу, как Шрила Прабхупад дал Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа Вани Севу. Гири Махарадж, Бхакти Вардан Сагар Махарадж, Наянананда Баба. И вот эти все вышеперечисленные вайшнавы, они все давали мне наставление, чтобы я говорил Харикатху. И они вдохновляли меня также, чтобы я говорил Харикатху. Может быть, по этой причине я совершаю свое служение. Я могу ясно чувствовать что-то их волей, иначе кто я? У меня нет ни денег, ни власти, ничего нет. Но как Вани Сева происходит? И я хочу помолиться о лотосу стопам моего Гуру Падмы. И всю свою жизнь я буду следовать за по стопам Гурдева точно, как делать все, как делал он. Я не хочу отклоняться от его пути. Если я буду говорить о татве, то много времени займет. А сейчас уже поздно, еще просад у нас, и после этого мне нужно вернуться. И на сегодня конец, и так много вещей хочу сказать, но времени мало. И та шлока, с которой начал, очень важна. Сегодня Вирахатитхи. Вирахатитхи. Если вы чувствуете вираху, разлуку, то тогда вы сможете продвигаться по пути баджана. В вайшнавском мире вирахатитхи очень важна. Даже более важна, чем явление, хотя онтологические явления и уход вайшнавов не равны, но все же день ухода более важен, поскольку в день ухода мы можем видеть всю лилу, всю милость Гурудева. То есть можно видеть, что он сделал за всю свою жизнь. И у нас есть возможность думать о Гуру Севе. Если мы успешны в Гуру Севе, то тогда мы сможем совершать баджан, иначе нет. И таким образом мы должны избавиться от всей майи, искоренить майю. Мы должны выкорчевать ее, выкинуть ее, и мы должны находиться перед Гуру Падмой, не уходить. Мы должны быть рядом с ним, чтобы обрести милость. Я всегда хочу находиться в области видения Гурдева. Я хочу находиться, вести свою жизнь так, чтобы Гурдев видел меня всегда, что и помогал мне, если я совершил какую-то ошибку.